Здорово, народ, с вами Кирюха Корыш, и, в общем-то, сегодня будем мы проходить моды на Когда соседа. И знаете от кого? Сегодня мы будем играть в моды от Игоря Че. Да. Значит, сегодня будет два мода. Первый — это вот совсем новый, Когда сосед 4, он совсем недавно вышел, и мне дали лишь бета-тест. Поэтому сейчас мы будем его проходить. Вот, а также новую версию мода Heartbeat Hell, в которой я уже играл. Ну и, в общем, погнали. Итак, вот он у нас. Гейм. Поехали. Сейчас я тут приготовил уже чаек. Гринфилд. Игорь Геймс все представляет Fight Rabbit. А причем тут я? Это соседа 4, русская жизнь. Даже русская жизнь. Кстати. А что это такое хоть? Господи, это Ротвейлер и Вуди. Они смешные. Ладно, тут автобусик. Тут автобусы стоят, типа Россия. Это, как я понял, Москва, что ли? Вот там вроде бы российские номера замазаны. Но это Москва, вероятнее всего, или Казань. Ну, не знаю, там Игорь, он живет в Москве в основном, но иногда приезжает в Ульяновск и Казань. Ладно, Игорь Чубыкин, разработчик продолжения. Кирилл Дятлов, это я там редактор и заместитель и зам генерального директора. То есть Игорь Че. Точнее, я есть генеральный директор. Правая рука, можно сказать. А Игорь Чубыкин, он учредитель Games Че, если что. Помогали Егор Тимошенко. Авторы продолжения. Авторы первой части. Параметры принять. Окей, демо-версия. А почему хоть у меня тут уже пройдено? Если не знаешь, как играть, то попробуй тест с первыми шагами. Что-то у меня, кстати, дыхание, вздыхалка не то. Я вот только пришел записывать, а что-то у меня не то. Ладно, обучение покажет Джо вверху экрана этого эпизода. Знак вопроса обучения. Окей, погнали. Что будет в обучении? Он тут экран изменил. И РЖД, KFC. Там, кстати, Юпитер ТВ, что это такое? Это какая-то, когда соседи в серии обучения. Это какая-то ТВ-компания, но я ее никогда не помню. В этом эпизоде действует при помощи левой кнопки мыши ЛКМ. Угу. Помните, вроде есть Сьюзи, клик на нее. Тут не вроде есть Сьюзи, тут она вон стоит. Ой. Блин, время-то ограничено, всего 2 минутки-то, а я не заметил. Что, кстати, Вуди про нее сказала, там что-то длинное. Там никакой аромат, там что-то другое, что тут он написал. Сьюзи, отличный аромат дома моего соседа, даже понять не могу, что за хорошие цветы. Ладно. Быстро используем, потому что времени у нас побрез. Вот. Тут ничего не изменено, но все-таки пройдем. Это просто, это бета-версия, тут опять очень мало уровней. Я сижу, взял спиннер, хотя они 100 лет назад вышли из моды. Я просто взял там, у меня спиннер сохранился, вот, и я его сейчас кручу. Не знаю зачем, просто он, у меня сегодня был трудный день, и он меня успокаивает. Вот. Я сегодня просто работал, да, 54 секунды. Ну окей, это было легко. Так, тут, кстати, какой-то фон соседа сейчас прослеживался, почему? Так, ну все, мы победили, все 2 пакости выполнили, следите за мыслями соседа, куда он идет и далее, удачи в шоу. Окей. Демо-версия. После того, как соседа выгнали из его семьи, ему было жалко. Проверка. Почему его выгнали из семьи? Если сосед идет в комнату... А, в этом же моде есть сюжет, господи, ребят, я забыл вам показать. В этом моде есть сюжет, про который я не рассказал. Короче, смотрите. Типа, тут сюжет прикольный. Типа, соседа... Короче, выселили из дома. Смотрите. Сейчас. Вот. Сюжет игры Ротвейлер. Сейчас. Вот, договор. Вот это он, кстати, сам делал. Вот. Переехали его в паспорт, потом ему выдали до. Вот. Также мы поменяли паспорт австрийский на рус, на российский. На паспорт гражданина Российской Федерации. Позже выдали дом после... Угу. Подробно фото. Окей. Короче, его выселили из квартиры, то есть из дома, за то, что он шумел сильно. То есть Вуди добился, что ли, выселения. Ну ладно, сейчас только я еще и раз чаек кликну.
Так, новый дом, новая страна. Здесь хоть и надо проверить пульт телевизора, здесь посмотреть температуру комнаты. Правда, Вуди тоже решил приехать в Россию и устроить соседу эту русскую пакость. Окей. Ну, прикольно, ребят, слушайте, реально прикольно, хоть и опять же очень коротко. И чё за хрень с фоном-то? Если сосед идет в комнату, где будет, скрыть надо его, стоит в шкаф. Чего? Слушайте, ребят, я ничего не понимаю, что тут написано. Минимальная оценка 30% в 2 минуты. Окей, погнали. Тут вот это из кадра соседа ремастер, и тут РЖД поезда и реклама KFC. Вегас соседа 4, русская жизнь, Юпитер ТВ. Я не знаю, что-то мне будет и что там. Зарегистрировал новое юридическое лицо. Вот он стоит там, ничего не делает, опять же. Так, тут одна пакость только. Какая пакость? В шкафу мы можем спрятаться? Господи, какие тут двери длинные. А в оригинальном КДС такого не было. Ну, слушайте, мне нравится, красиво выглядит. Вот, когда он сейчас идет. Чё, хоть он типа за... Подождите, а как тогда походить? Он же... Подождите. Если сосед идет в комнату, где Вуди, скрыть надо его, стоит в шкафу. Подождите, а как тогда проходить, если он идет ко мне? А, или подождите, надо... Ё-моё! Или что, реально надо... Во-первых, как он проверяет температуру? Чего? Что за баги? Чего, блин? Подождите, вот этот стакан с водой, его, как я понял, надо применить вон туда. Но как? Он же только сюда ходит, а сбежать мы никуда не можем. Или можем все-таки? Как мы... Мы что, можем сюда телепортироваться или что? Смотрите, он типа проверяет температуру комнаты. Вот, или что? Стакан с водой. Кастом лично. На пол. На что ее надо применить-то? На пол? Это типа мыло, да? Нет. Подождите, мне что, типа... Как? Нельзя. А как идти тогда? Как этот уровень-то пройти, а? Я извиняюсь, я что-то не понимаю, что тут надо сделать. Вот смотрите, я не могу... Стакан с водой, с лекарством надо применить туда, я понял. Но нет. Вот смотрите, он стоит и меряет температуру тела или комнаты или чего. А, темп-аппарат, туда что ли? Господи. Ну тут хотя нет ничего, тут просто типа темп-аппарат. Я первый раз такое слово слышу. Может быть термометр? Не, давайте не идеально, давайте перепадем заново. Почему тут минимальная оценка 30%-то? О, KFC. Сейчас. Так, извините, мне там снова мешают, но... Вот, и сейчас мы также пройдем еще. Блин, ну забагованная. Что это тут за баги? Видимо, он скрипты изменил, и там вот такие вот баги возникли. Так, ладно. Быстро поменяем. Не успеем. Мы бы не успели. Сейчас он там пойдет, посмотрит, померить температуру, или что он там будет делать. Заюзаем, и все. Уровень пройдет. Ля-ля-ля-ля. Темпорат. Температура в комнате станет плохой, если проверять. Ну, слушай, ну нормально так. Конечно, сделаем все кривоватенько опять. Вот, особенно вот это. Хотя, в принципе, особо-то и неплохо. Вот это типа квартира, что ли, или что? Ну, потому что у меня свой дом. Вот, у меня, я живу в частном секторе, я живу в частном доме. Но это, как я понял, у него типа квартира с подвалом, Мурат Вейпера тут или... А, нет, подождите. Тут, как я понял, дом, но он трехкомнатный. Типа он более так вот топлен, что ли. Успешно. Спасибо за прохождение демо-версии. Полная версия выйдет скоро. Обновление нашей группы ВКонтакте. Окей. Так, в общем-то, этот уровень, это модификация демо-версии, ее пройдено. Сейчас я скачаю Heartbeat Hell новую версию. Вот эту вот мод я уже проходил. Но сейчас вышла новая версия. К сожалению, я ссылку не буду оставлять, потому что они в бетке и пока не вышло. Сейчас скачаю эту модификацию и будем играть. В общем, все, я скачал Heartbeat Hell, и мы начинаем играть. Значит, вот он. И заходим. Сейчас.
Сейчас будем играть. Вот идет загрузочка. Игорь Games Че представляет Flat Rabbit. Причем тут? Не понял. Что-то у меня не то скачалось. Сейчас попробую поменять все. Так, все, я наконец-то установил этот мод. Что-то там у меня не сработало. Вот я надеюсь, что сейчас заработает все. Потому что, ну, наверное, что-то я там не так сделал. Все равно, когда со соседа русская жизнь почему-то, я без понятия, может... Короче, да, он все-таки скинул, наверное, не те файлы. Вот, в общем, все за просмотр, удачи и пока. А, нет, еще не пока-пока, сейчас я им прошу, чтобы он скинул нормальный Heartbeat Hell. В общем, он мне наконец-то кинул, когда я Heartbeat Hell. Я надеюсь, на этот раз хоть заработает, вот. Потому что он не работал, у меня что-то ни хрена. Так что погнали. Надеюсь, заработает на этот раз. Игорь Че представляет... Что? Чего, блин? Что? Heartbeat Hell 3.0. Могила. Чего, блин? Крови. Нахер. В кино. Какой-то планшет. Какое-то красное небо. Москва. Что вообще происходит? Для тебя хочешь точно залезть в могилу? Первый малый экран, слушай внимательно. Про что здесь вообще эта музыка? Надеюсь, меня никто не подменит. Это бла-бла-бла. Здесь тебя ждет хрень, не пробуй хрень. Поскольку будет что-то. Китай. Чего же ты ждешь? Пускай тренируйся. Минимальная оценка 6-6. Время крови 55 секунд. Наша кровь будет. Чего, блин? Дом 2. Да-да. Причем тут вообще дом 2? Ха-ха-ха, прогулочку пройти, а вот и нет. Вроде ты маг. Ты... Кто тут орел? Что это? Идет. На ней попробуем замок. Что? На двери. Что-то у меня лагает и. Не понял. Есть на второй этаж с помощью лестниц. Че еще пиши с буквы Ю? Ю. У. Игорь. Че. Угу. В крови. Да что тут вообще происходит? И что тут? Как я понял, этот турнир не пройти. Убился, я получил магию, да пройдешь и все. Просто подпишись на канал, подонок. Он тебе даст помогут. Даже не думай, это дубы. Что думать-то? 666. Попробуешь просто взять предмет, кровь вылетит нахрен. Что? Что за бред? Что тут за бред происходит? Тут сосед, кстати, быстро ходит. Телевизор испортить ему надо. Да почему тут хоть все в кровище-то? Это на кровь на самом деле не похоже. Это как будто просто кто-то натрестал красным карандашом. Потому что кровь, она не красная, если что. Тут должно быть, вот, я не знаю, тени, что ли. Кровь, она алая, она не красная. Есть бурая кровь. Может быть, течь черная кровь, если там ситуация серьезная, так когда надо скорую звонить. Какая при чем здесь большая разница? 10%. Кровь, кровь. Мор, да что, ю-ю-ю-ю, апшишишесть, апв. Шек, п. Сейчас я буду почитать. Квадрат, квадрат, мор, квадрат. Вот сначала вот это. HD, хур, ZTRT, 54, U4E. АУЕ, да? Чё, п...
квадрат, 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 пробел, квадрат, 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 дверь, не квадрат, 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 ед, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, уж пока шпоу, а в кшпо, квадрат, пробел, квадрат, м, квадрат, р, пробел, и квадрат, пробел, квадрат, 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 и фрла, 458 ГТУ 54Е 8 УГТ 85 ЕТГ 8 да что ю квадрат 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 ШКПК 8 Ш вопрос 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 АПШ 6 АПВ кровь, ГБТ, дрефалы, квадрат, 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 уед, кровь. 55 секунд, 6,6. Поехали. Погнали. Вообще ничего не понял, конечно. А снова это говно музыка из Дом 2. А где ванная? Тут что, ванны не будет? Вы прикалываете, что ли? Что надо сделать? Подождите. Что тут надо сделать вообще? Подождите, а это возможно вообще пройти? Стоп. Он говорит не А, не А. Больше. Господи, что это вообще такое? Во что я вообще поиграю? Что мне надо пройти мимо него, что ли? Мимо этого пуга или кто это так? А, не. То есть на цыпочках, да? А, на цыпочках я несусь, да? Музыка, кстати, не поменялась, если я на цыпочках. Нет. Назад. Назад, Вуди, придурок. Ладно, попробуем еще раз. Я хочу сейчас быстро пройти. Вообще супер быстро. Что-то тут долго Вуди приходит. Вот смотрите, он летит супер быстро, поэтому мне нужно на цепочках идти как раз. Он сейчас идет фотографироваться, мне надо успеть. Изюзаем здесь барановую кожуру и уходим. Все. Восемь процентов. Идеальная вообще оценка. Успешно. А мне Игорь Че сказал, что тут три уровня, но ни хрена, тут только два уровня. Тут сказал он 5-6. Тут сказал 6 уровней, а тут только 3. Ну тогда я сейчас попробую тогда файлы, главное, кровь. Вали нахрен с моей души. Так, сейчас попробуем смотреть. Сейчас будем тогда с бубном танцевать, как я понял, да? Доступно еще у меня 61 гигабайт, да. Заходим в Game Data. Сейчас я этот архив открою. Сейчас будем танцевать с бубном. Так, другое приложение. Сейчас мне нужен WinRAR. Вот, с помощью WinRAR это надо открыть, потому что по-другому он не работает. Добавить архив. Открыть с помощью. Где тут хоть WinRAR-то? Что-то его тут нет. Я без понятия, почему. С другое приложение. Вот где он тут у меня установлен? Надо найти. Вот он. Вот. Все. Вот. Все, отрываем этот архивчик. Теперь вот тут, смотрите. А, так тут три уровня. И все. Окей, опять... За 5 минут схлепал модификацию и скинул. Ладно, в общем, вот такие вот моды. Ссылку у меня не просите, потому что они находятся сейчас в разработке. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока.